Бельгийский суд выдвинул обвинение еще одному подозреваемому в причастности к терактам в марте 2016 года. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре. Известно, что мужчине 39 лет, его обвиняют в членстве в террористической организации, а также в убийстве. Накануне полиция обыскала несколько помещений, в том числе магазин, где боевики покупали взрывчатку. Напомню, в результате терактов 22 марта прошлого года в Брюсселе погибли 32 человека.